Для уфимки Елены Галиудиновой и ее малышки Анжелики прогулка по площади Салавата Юлаева – настоящий праздник. К сожалению, вырваться на улицу им не часто удается. Сегодняшний день – исключение. Выехать на прогулку и сходить в кинотеатр матери и ее особенному ребенку помогли волонтеры. Мы, во-первых, никуда не выходим. Все не тяжело выходить. Я одна, мать пятерых детей. Отец у нас умер, муж. И времени нет, и ни средств, ничего. Вместе с Еленой на прогулку вышел десяток родителей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое мероприятие стало возможным благодаря социальному проекту Алины Хабировой. Несколько месяцев тому назад я видела репортаж по телевизору, где молодой человек в другом городе писал объявление о том, что за 500 рублей погуляйте со мной. И меня этот момент очень сильно зацепил, и родилась идея проекта тоже под таким же названием «Погуляй со мной». В этом проекте участвуют детишки с ограниченными возможностями здоровья и именно те детишки, которые находятся на домашнем обучении. Найти людей, желающих провести время с особенными детьми, удалось очень быстро, помогли соцсети. Как признаются организаторы проекта, уже за первые 5 минут на просьбу отозвались более 10 человек. Желающих сходить на прогулку нашли также благодаря сарафанному радио. Уфимка Юлия Скрябнева узнала о мероприятии от учителей коррекционной школы, которую посещает ее ребенок. Нам нравится, когда обращают на таких детей внимание. Они требуют очень много внимания от окружающих. Общение им нужно. Наверное, главное преимущество проекта «Погуляй со мной» – это то, что он не требует денежных вложений. Главное, чтобы волонтеры имели свободное время и желание. Мы даже не знакомы были с ней, и потом приехали, получается, и увидели. Она такая жизнерадостная, да, веселая, активная очень, да. И вот мы с ней пообщались, она очень такой позитивный ребенок. Мы с ним ходили в кино. Вот. Смотрели мультфильм, она хлопала, сидела, да. И нравилась. Ну, очень такой, она прям излучает, да, добро, так обнять хочется всегда. Как сообщила организатор проекта Алина Хабирова, пока набор волонтеров идет через соцсети. Но совсем скоро у проекта «Погуляй со мной» появится своя платформа, куда смогут подавать заявки семьи с детьми-инвалидами и волонтеры.